Как видно, дефицита лекарств в Оренбурге нет. Помещение областного аптечного склада заполнено коробками буквально до потолка. В них препараты, жизненно необходимые оренбуржцам. Основным потребителем являются льготники, которые получают лекарства по рецепту. Поэтому Минздрав Оренбургской области закупил препараты на долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить жителей всей области. На сегодняшний день у нас запасов здесь вот на складе в пределах 1,6 миллиарда рублей. Из расчета где-то на 7 месяцев запасы у нас, а некоторых препаратов и на год даже. Здесь в основном все препараты жизненно необходимого списка, поэтому на сегодняшний день цены здесь прошлогодние. С 1 марта перечень жизненно необходимых препаратов будет изменен. Теперь россиянам будет доступно больше лекарств, которые они смогут получить по рецепту. В новый перечень входят 608 наименований, то есть количество увеличилось на 52 наименования. И надо сказать, что 67% из этого перечня – это те лекарственные препараты, которые производятся на территории Российской Федерации. У населения есть возможность приобретать лекарственные препараты по доступным ценам. За ценами на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, Министерство здравоохранения следит постоянно. Там уверяют, что резкого скачка цен в условиях экономической нестабильности в Оренбурге не было. В среднем за прошлый год лекарства подорожали на 7%. Также там обращают внимание на то, что у покупателей всегда есть выбор. Практически у любого импортного препарата есть российский аналог. О наличии альтернативного варианта вам подскажет фармацевт. Алена Блеч, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.